Сата Нинджа. Так, получили сегодня очень важный урок. Всегда перед охотой нужно проверять оружие на боеспособность. Работает она или нет. Стреляет. Чистая. Ну, как бы я вообще-то почистил, это была какая-то ошибка. Я что-то неправильно собрал. И не было у меня даже в пистолета с собой хотя бы на поясе, чтобы на всякий пожар. Потому что я очень близко подошел к нему. И как бы я выстрелил, выстрела не было. В дяде Васе тоже та же самая проблема. В дяде Васе было неисправное оружие. Как бы, если был бы пистолет, хоть бы не так страшно было. Можно, если пошел бы на нас, то было отстреляться, можно было. Как бы вот так. Перед охотой надо всегда идти и проверять оружие. Где-то на стрельбище пойти и убедиться, что оно нормально работает. Да, это был жесткий урок.